Новейший эскадренный миноносец США типа «Замволт» вышел из строя вскоре после спуска на воду. Боевой корабль был введен в эксплуатацию в конце ноября и приступил к испытаниям в Атлантическом океане. Почти сразу компьютерная система судна начала подавать сигнал о возможной поломке. Сейчас миноносец взят на буксир и направлен на базу в штате Вирджиния для выяснения причин неисправности. Отмечу, что судно длиной 183 метра оснащено новейшей энергетической установкой, новыми ракетными системами и орудиями. Благодаря широкой автоматизации его экипаж составляет всего 140 человек. Намного меньше, чем у прежних кораблей подобного класса. Стоимость первого корабля серии составила почти 4,5 миллиарда долларов.